Нужно полностью исключить попадание в измельчитель пищевых отходов. Шерсть, волосы, материи, нитки и веревки, панцири моллюсков, стебли растений, полиэтиленовые пакеты и фольга, металлические предметы, пластик, резина. Луковую шелуху нужно перерабатывать вместе с другими отходами, чтобы избежать ее налипания на сливные отверстия. Чайные пакетики с ниткой и скрепкой выбрасывать не рекомендуется. Их нужно извлечь перед утилизацией. Чешуя крупной рыбы может скопиться в острых углах сифона, что приведет к засору. Арбузные корки нужно резать перед утилизацией.